Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим упражнение, которое улучшит подвижность ваших пальцев и стабилизирует своды ваших стоп. Предыдущее упражнение вы можете посмотреть в этом плейлисте. Очень часто люди, имеющие высокий подъем, не беспокоятся о состоянии своих стоп. Мы воспринимаем проблемы со стопами только как плоскостопие и нарушение продольного свода. Но, к сожалению, высокий подъем стоп приводит к тому, что у нас разваливается поперечный свод. Тот свод, который позволяет качественно оттолкнуться и перенести нагрузку с пятки на пальцы ног. Поэтому сегодня мы попробуем выполнить упражнение, которое позволит нам ощутить, а как мы управляем своими пальцами ног. Мы можем сесть в положение, когда у нас нога согнута. Вы можете выпрямить ногу, вам должно быть удобно. Или это можно выполнять в положении на стуле, только условие, чтобы нога была согнута не стоя. Потому что очень часто мы не замечаем, как включается вместо мышц ног тазобедренный сустав, коленный сустав, и это приводит к перегрузке. Медленно, не спеша, попробуем приподнять пальчики ног вверх. Плавно-плавно опустить. И посмотреть, насколько хорошо приподнимаются пальцы. Насколько легко есть подвижность у нас в подъеме, медленно, не спеша. И теперь попробуем поднять 4 пальчика вверх, опустить 4, подушечками толкнуться, поднять большой палец вверх. И опять 4 и 1. Постарайтесь, чтобы ваша стопа не делала вот таких раскачивающих движений. Первое время это достаточно сложно, но потом каждое движение будет становиться легче. И чтобы не двигалось колено. То есть нам важно, чтобы эти движения проходили только в плоскости работы мышц пальцев. Хорошо. Теперь попробуем сохранить давление большого и мизинчика и приподнять 3 пальчика. И опустить. Если вам тяжело, вы всегда можете создавать себе помощь. Вначале 3 поднять, отпустить. Поднять, почувствовать, что вы соприкасаетесь этими пальцами и отпустить. И еще разочек, выполнить несколько раз. Хорошо. Теперь мы поднимем все пальчики ног. Одноименный указательный пальчик подложим под мизинчик. И опускаем пальцы. И теперь нам нужно силой мизинца опустить наш указательный палец к полу. И давайте понаблюдаем, что происходит с нашим сводом. Мы поставим пальчики под свод. В норме у нас 1/3 нашей стопы должна соприкасаться с полом. Когда мы говорим о продольном своде, в поперечном своде у нас должна быть достаточно хорошая дуга, без ощущения, что у нас отдельно стопа, а потом такая горка из пальцев. То есть здесь очень плоско, здесь ямочки, а потом с этой ямочки появляются пальцы. Значит, медленно, не спеша, подняли верхний мизинчик, то есть мизинчик вверх. Все пальцы соприкасаются с полом и пробуем силой мизинца, мышцы мизинца. У нас есть мышца, которая отвечает за сгибание-разгибание. И посмотрите, что происходит у вас под пальчиками со стороны стопы. Когда мы надавливаем мизинцем, у нас приподнимается свод. И что очень важно, вот внутри на этой части у нас включается поперечная часть. У тех, у кого высокий продольный свод, вы почувствуете, что когда вы нажимаете мизинцем, у вас как бы удлиняется вся часть стопы и будет уже не ложная, да, то есть такое, когда нет опоры на эту часть. В высоком подъеме очень часто нет опоры, остается опора на пятки, на большой палец. И медленно почувствуйте. Возможно, вы вдруг узнаете, что вы даже не осознаете, как это сделать. Выполняя это упражнение, вы почувствуете, что с каждым разом движение будет лучше и лучше. И вы прям силой опускаете свой пальчик. Вы слышите напряжение, и у вас под пальцами образуется подъем такой. Потому что в ходьбе нам важно перекатить в эту область, и чтобы хватило сил перебросить в сторону большого пальца. Точно так, проверяем силу большого пальца. Куда движется палец? Можем ли мы его направить точно вниз? Если у нас ощущение мышцами, как мы можем это сделать? Выполняем еще один раз. Постепенно движение будет становиться лучше и лучше. И если вы сейчас выпрямите ноги и посмотрите на их длину, вы обнаружите, что та нога, с которой мы работали, стала чуть-чуть длиннее.
а приводящая группа нижняя ноги, коленочка ближе к полу. Меняем положение ног и делаем то же самое. Медленно, не спеша, поднимаем пальчики вверх и вниз. Мягко вверх. Смотрим, какая высота подъема, как поднимаются вообще пальцы, что это за движение для стопы. И вниз. Еще раз вверх и вниз. Теперь мы нажимаем большим пальчиком, 4 приподняли, прижали 4, подняли большой. Наша задача, чтобы у нас стопа не делала вот этих перекатывающих движений, чтобы на уровне щиколотки не было движений. Медленно, не спеша, и чтобы у нас коленочка не двигалась. Хорошо. Пробуем прижать мизинчик, большой пальчик, 3 пальчика вверх и вниз. Вверх и вниз. У нас как бы собирается поперечный свод. Хорошо. И теперь пробуем поднять пальчики, опускаем вниз, под мизинчик положили пальчик. И проверяем, а с этой стороны, как мы ощущаем мышца, которая включается в опускание мизинца. Понаблюдайте, пользуетесь ли вы мизинцем в ходьбе, если это ощущение надавливания, пальчики прижаты к полу. И то же самое выполняем, под большой пальчик положили и опускаем вниз. И проверяем, можем ли мы опустить вниз. Также мы можем посмотреть, а что происходит со сводом, если мы двигаем большим пальчиком. Почувствуйте, что когда палец поднят вверх, у нас сильно-сильно продольный свод укорачивается, он становится плоским. Как только пальчик включается в движение, у нас тут же включается свод. Выполняйте эти упражнения как игру, как способность улучшить свою двигательную активность, и вы тут же почувствуете облегчение и в области колен, и в области тазобедренных суставов, и ходьба начнет приносить вам истинное удовольствие. Успехов!